так проходят будни шахматиста. На самом деле, то, что вы видите, когда начинается партия, это лишь малая толика того, чего состоит подготовка непосредственно к самой партии. Потому что подготовка, она начинается, ну, у кого-то еще дома. Умение профессиональных спортсменов непосредственно, когда он узнает жеребьевку. Часто спрашивают, как же вы готовитесь. Но на самом деле у нас есть базы, многомиллионные базы с партиями. Мы вводим в эту базу фамилию шахматиста, с которым предстоит играть. База выдает какое-то количество партий. Ну, например, если ввести мою фамилию в базу. Сейчас в эти базы попадают и в том числе и партия онлайн. Ну и, соответственно, вы смотрите, на какие варианты данный шахматист играет. Вот здесь видно, что отдает предпочтение эта шахматистка первому ходу Е4, хотя у нее встречаются какие-то странные вариации G4, но тем не менее, так как Е4 в большинстве партий играется, вы не можете ко всем дебютам подготовить, вот вы готовитесь, соответственно, к Е4. Смотрите, какие партии сыграны последние, какие вы дебюты играете, ну, пытаетесь как-то предсказать, то есть такая своеобразная игра. Угадай мелодию, угадай дебют, вариант. Что-то, возможно, вы дома заготовили на один из вариантов, который играет соперник, и пытаетесь этот вариант повторить. И затем уже во время партии воспроизвести. Варианты, я старой закалки шахматист, варианты повторяю непосредственно на доске. То есть, так мне проще. Большинство, наверное, шахматистов сейчас доской и фигурами не пользуются, повторяют варианты на мониторе. Но я пользуюсь фигурками, соответственно, те варианты, которые я ожидаю увидеть, я их так проигрываю на доске, и затем уже иду на партию. Возможно, эти варианты встретятся за доской и за партией. Такая подготовка по-разному занимает. Я начинаю готовиться обычно с вечера. Если есть силы, то час-два вечером как-то намечаю, что буду повторять, что буду смотреть с утра. И затем еще утром 2-3 часа. Потом и партия. Я так считала, что рабочий день на турнире длится где-то 10 часов или больше. Вот, это не считая потом физической какой-то подготовки, спортивной, чисто шахматная подготовка. Да и порой, когда ты спишь, ты анализируешь варианты и думаешь, что сыграть у меня на этом турнире. Я так увлеклась подготовкой, что во время сна тоже думала, вот так интересно, вот а если так, а если эдак. Так что шахматные турниры такое напряженное время, но тем и живем. Все, подготовку закончили, пошли к натур. Шахмат много не бывает, поэтому детали важны не только на шахматной доске, но и за ее пределами. А пара лишних ферзей на носочках могут пригодиться и за доской. Ну что, пошли на тур? В этот раз я решила не останавливаться в гостинице. Вообще, в последние годы как-то я предпочитаю снимать апартаменты. Почему? Потому что, живешь все равно дома, хотя и на турнире. Ну и, интернет гораздо лучше в таких апартаментах, чем в гостинице. Так что, как же без стримов? Даже во время игры я думаю о вас. Сочи, с высоты птичьего полета. Вот, вот место игры. Гостиница «Жемчужина». Ваня, не позируй. 200 рублей фотография. Нет. Мою кошку фотографируют. Этой дорожкой иду на игру каждый день. Там, где мы остановились. Того места примерно 10 минут неспешной ходьбы до Жемчужины. Ну и дорога пролегает через такой живописный парк. Забываю, что сейчас май месяц, на улице плюс 25, солнце и кругом зелень и благоухание. Ох,
входим в Гранд-отель «Жемчужина». Просто шахматный отель. Шахматный отель. Сколько же здесь шахматистов проживало? Кстати, смотрите, обратите внимание, реклама тоже шахматная. В этом году уже в стенах этого отеля собираются шахматисты по традиции на майские праздники. И осенью 8 раз уже, 8 лет. Так, включаем телефон. Сегодня я не играю, поэтому его можно в сумке держать. А когда ты играешь, естественно, в турнирный зал с телефонами и другими девайсами заходить нельзя. Там непосредственно турнирный зал. Перед тем, как войти в него, перед началом тура здесь измеряют температуру, записывают показатели. Давай не объявляйся.